весит 194 тысячи. Что там? Шленди, где мы сейчас тусуем. А, вот и вместе, да? Ага. Да, двухкомнатный апартамент стоит... 75? 75 тысяч. Это вот в этом месте, где мы сейчас проживаем. Ага. Ну, нормально. Это, в принципе, как? Место очень красивое, можно сказать. И если сравнивать с другими ценами, ой, с другими странами, цена недорогая. Это получается как апартамент, в котором мы сейчас находимся. То есть кухня как бы с залом и две спальни. Точно такая же, как у нас. То, может быть, чуть другая, это, но... Ну, да. Просто... Такой это, ну да. Тут он и валом, тут еще вот 420 тысяч, тут земля, кажется, да, это продается за 420 тысяч, что это? Ага. Наверное, 50 тысяч этих. Ну так тут не дешевые апартаменты. Ну естественно. Вот смотри, 536 тысяч. Видишь, тут зависит, тут, походу, смотри, когда квартира больше, ой, дешевле, а дом, ну это естественно, дом. Ну все равно дом так дорого стоит. Ой, шленги, вот это что, вот Гоза за 100 тысяч, что это? Характер, мазонет. Что такое мазонет, интересно? Мазонет это какой-то такой там с высокими потолками, и там сверху у тебя типа спальня, сверху, а внизу. Ага. Ну, видишь, она не сделанная вообще. А, в общем, достраивать надо. Вот за 208 тысяч. Вот, смотри, 500 000 стоит квартира вот эта, я так понимаю. Это же квартира, да? Или дом? Фармхаус. Какой-то домик. Домик, да? Три, в общем, три спальни. И один зал, получается. Одна вообще комната. Ага. Ну, дорого. А сколько квадратных метров? Общее. Не написано. Что за 7,35 метров? Что это такое? Что за ерунда? 7,35 метров гарден. Какой-то сад. Ага. В общем, вот такие вот примерные цены на недвижимость на острове Гоза. Я бы, конечно, сейчас хотел уже вытащить полляма и купить какую-нибудь недвижимость, но вспомнил, что это не солнечная Калифорния. Поэтому мы поедем дальше. Не будем здесь ничего брать. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.